По вторникам и четвергам с 8 до 10.00 Управление коммунального хозяйства Даугавпилса организует выдачу бесплатных лицензий для рыбалки на озере Большие Стропы. Оформление лицензии происходит у входа в заведение по адресу улицы Саулас 5А. Получить такое разрешение на ловлю на озере Большие Стропы могут только конкретные группы лиц. Срок лицензии – 1 год. На данный момент лицензии выписываются на улице, потому что доступ в управление коммунального хозяйства ограничен. Бесплатные лицензии могут получить лица, которые старше 65 лет, лица, которые не достигли 16 лет, лица с инвалидностью, лица, у которых есть статус малоимущей семьи, а также политически репрессированные лица. Остальным рыбакам для рыбалки на Большом Стропском озере с лодок или льда необходимо оформить платную лицензию, доступную на портале epocalpoemi.lv. Сделать это можно на срок от 1 дня до 1 года. Но вне зависимости от того, какой вид лицензии получен, каждый рыбак должен записывать свой улов в специальный график, сдаваемый по истечению срока лицензии. Это очень важно для оценки необходимого ежегодного зарыбления, чтобы поддерживать баланс рыбных ресурсов в озере. При этом те рыболовы, кто уклоняется от регистрации улова, блокируется на портале epocalpoemi.lv. Для снятия блока необходимо связаться с управлением коммунального хозяйства по телефону. Помимо наличия лицензии, рыбачащие на озере Большие Стропы, равно как и в любом другом месте, должны иметь рыболовную карту. Управление коммунального хозяйства отмечает, что в последние годы наметилась позитивная тенденция по оформлению разрешений. Учитывая нестабильные погодные условия, рыбакам также не стоит забывать о безопасности нахождения на льду, особенно во время оттепели. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.